В 2004-м. А что вам надо? Сейчас посмотрят мою матрицу судьбы. 19. Все нормально, мачеха, это несложно. У меня нормальная. Да, Майя. Она хорошая, она мой тренер по волейболу. Ну, в школе я у нее занималась. Я уже приготовила и убралась. И, ну, у нас с ней есть общий язык, все хорошо. Мы с ней не ругаемся, все нормально. Все, что я могу сказать, как бы. Там нету такого, что «Ага, моим детям больше, чем тебе достается». Так. Тебе говна на палке, моим детям большие леденцы. Там, в таком духе нет, такого нет. О, кстати, она пришла. Попс. It's so cute. Да, немного разговаривает испанском. Вот так вот пальчиком. Yes, but my English sounds so. Марта начинает шуметь. Это моя собака. Марта. Я не буду вставать, чтобы тебе открыть дверь, извини. Дякую. Что ты с собачкой, что ты в туалет хочешь? Нет, она не в туалет хочет, там просто мачеха пришла, она хочет с ней пойти поздороваться. Привет. У меня осталось чуть-чуть тортика, отлично. Живем-живем. Hello, guys. Дякую, это на белорусском и украинском. Спасибо. Нет, это на русочка. Нет, у меня был такой вот ломтик. Поэтому... Привет. Добре. Попс. Gracias. Hola. Пока-пока, Вова. Удачи тебе. Hola. I'm American. Cool. I'm Belarusian. Hello. Не пробегали. Только мама ты реально. Только иностранцы. What? See. Зеленый чай, ребята, хотите? С лаймом и мятой. Я уже скоро, по-моему, меня в кровь будет течь этот чай. Ну, не именно этот, вообще все чаи. Когда эфир закончится, да, не закончится. Да их тут то 15 сидит, то вот вообще все это они. Мое лицо похоже на сладкую мелодию, как вам? Не откажусь от чая. Забирай. Я уже устала его пить. У меня просто тут 4 дня не было голоса, поэтому я до сих пор себя отпаиваю чаечками. И болею плюс. Неприятно. Правильно, кстати, не белоруси, а беларуси. Через А с одной С и с одной И. Беларусь. У вас просто в России так, видимо, говорят и пишут. Поэтому, так что, в принципе, вопросов нет. Вот когда так белорусы пишут, это 1000 вопросов возникает. Давай. Что давать? Я не дающая тебе. Я православная. Ауди.
Да, Audi это класс. Тогда я с собой парня возьму, можно? А то что-то я 2 года жду. Шутка. Ну иди на кроватку. Ложись. На что не отвечаю? Наверное, сообщения не прошли. Значит, Камасер Мост, это Эстония. Добре. Руссо. Не, не приму в гостевой, не принимаю, извините. Бонжур. Ну, Белоруссии, да. Ну, сейчас с тобой Беларусь. I'm from Belarus. I speak Russian. Ну, я не люблю гостевые, я не люблю батлы. Я максимум с кем батлюсь, это со своей старшей сестрой. Все, больше ни с кем. Ну, не люблю я батлы, не заходят они мне вообще никак. Я такая подвешенная на языке, больше люблю разговаривать. Hello, 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 honeys, guys. See. Нет, я не замужем. Вот он, достойный соперник. Спасибо. Для вас спрашиваю. Для вас, для вас, для вас. Оп. Thank you. Yes, but my English is so-so, guys. Sorry. Почему ты не на кухне? Почему ты еще не в мусорке? See. Yes. Обожаю усы и усы, это все. Лег стрим. Капец, все. Это печальная история. Точно, почему не на кухне? Почему еще не в спальне? Почему еще не в машине? Черный экран, капец. Ну все. Hola, muy bien, gracias. Look like Scarlett Johansson. Oh my god. Я из Беларуси. Я из Беларуси, привет. Spanish. Привет. 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 Алексей, ты говоришь на русском, я помню. Я в Москве долго жил. You speak Spanish. Si. I'm from Belarus. Потому что на кухне много вкусного, толку от твоей спальни. А вдруг я в спальне лежу, там тоже тогда что-то вкусное есть. У тебя голос такой или гриппуешь? Болею. На спальню, por favor. No. Ты меня что-то заблочила, что ли? Нет, я тебя не блочила, Стэнли. Помню, помню, Алексей, у вас нет выбора. Я убиваю Беларусь. Покито. Солнечная Киргизия. У-у-у-у-у-у-у. У меня такой сразу сервис. Привет из дождливого Полоцка, из Беларуси. Борисов. No. Полоцк. Борисов. Еще бы сказали Барановича. Барановичи, Барановичи. Какие дети, какая работа. Давай, до завтра, Стэнли, удачи тебе. О, починил. Молодец. Мами. У меня нет папы. Шутка.
солнечный Сингапур. Тетивы все в попу. Я в вонючем Полоцке сижу. Мне завтра на пары к 8:30. Ужас, да любые цыгане, в подвале которых я прячу. Трес. Салюдос десде Беларуси. Thank you.